Всем доброе время суток. У меня порвалась серебряная цепочка. Цепочка, вот видите, такая плоская. Значит, что нам понадобится для того, чтобы скрепить цепочку, спаять? Нам понадобится паяльник. Паяльник. Ортофосфорная кислота. Вот она. Дальше олово, ну, естественно, инструменты, пинцетик, плоскогубцы маленькие, или ножницы, если есть. Лучше, вот, видите, тут можно увеличить. Это вот вино, можно убрать, то, которое пострадало, и уже делать. На новом звене мы убираем старое звено, вытягиваем и уже делаем на новом звене, скрепляем, делаем вот такой прорез. Скрепляем звенья. Сюда. И зажать пинцетом или ножницами, что есть под рукой. Так, далее эту часть смазываем ортофосфорной кислотой. Такая специальная кислота, которая очень хорошо помогает для запайки. Теперь берем паяльник, олово и спаиваем эту цепь. Основываем, запаиваем. С одной стороны переворачиваем и с другой стороны. Так запаиваем эти звенья, чтобы они не могли расстыковаться. Для того, чтобы он распаялся, еще лучше прижимаем. Так вот, с одной стороны, так и с другой. Вот видите, какой участок у нас получился, он у нас запаянный. Я через оптику показываю. Это одна сторона и вторая. Сейчас цепочка держится очень хорошо, и можно этой цепочкой пользоваться. Видите, вот оно хорошо запаялось. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было неинтересно, не понравилось, палец вниз. Всего доброго, до новых встреч.